Пятый блок. Пятый блок называется Сональ Бакат Маги. Выполняйте стойки чучом саги, руки скрестно перед собой, блокирующий рукав раскрытым в ладони. Дальше. Отсюда та рука, которая в кулаке, уходит на пояс, вторая рука уходит в сторону, локоть вниз, ладонь раскрыта. Здесь 90 градусов угол. И нужно посмотреть, чтобы в кисте была одна линия. Предплечье и кисть на одной линии должны находиться. И подсчет выполняется скрестно, руки меняются, два, в другую сторону поворачиваются взглядом. Раз, два. И также на экзамене подсчет выполняют. Хна, туль, сэй.